Всем привет! С вами проводник по городу Кристина и программа «Я в Бийске». Я нахожусь в парке строителей рядом с единственным в нашем городе теннисным кортом. Летом здесь собирались спортсмены и занимались большим теннисом. Но с наступлением холодов им приходится ютиться в спортзале, так как корт закрыт на замок, да и тренироваться здесь попросту невозможно. Поэтому сейчас мы отправимся на тренировку по большому теннису и посмотрим, как же проходит тренировочный процесс. Ну вот и все, я готова. Как я вам? Ну а теперь вперед на тренировку. Человек, который на протяжении 15 лет увлекается большим теннисом и пытается развивать этот вид спорта в нашем городе, это Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как давно этот вид спорта появился в нашем городе? Ну, и он появился совершенно недавно, но, к сожалению, мне хотелось в нашем родном, любимом нашем городе этот вид воплотить в жизнь, и чтобы он в нашем городе он тоже был. Это вид спорта, не зря его называют королевским видом спорта. Тут все можно в этом виде увидеть. И красоту поля, красоту, зрелищность. И он положительно дает и развивает все группы мышц. Начиная это. И он несравним ни с одним видом спорта. Он настолько завораживает себя этот вид спорта, которым, если кто попробовал, уже невозможно его забыть. Чтобы каких-то добиться результатов в этом виде спорта, он требует большого внимания, ну, не менее 4-5 раз нужно заниматься в неделю, это обязательно. По времени, ну, часа полтора. Побежали, разножка. Раз, работаем. В данный момент мне это было как-то не по себе. И я обратился в институт наш педагогический, именно в Шукшина. И руководство мне большое спасибо, им хочу сказать, пошли на уступки. Мы сейчас на этой базе организовали. И детки, как и взрослые, ходят с большим этим настроением. Естественно, залов не хватает. Хотелось бы, чтобы в нашем городе нормально профессиональные залы появились. Это одно из, что могли детки выступать и ездить, и выступать, и участвовать на краевых соревнованиях, в турнирах, чтобы они набирали рейтинги. Ну, вот в таком плане. Я в последнее время работал в городе Новосибирске, мне было очень... Там все было создано для большого тенниса. Мне, конечно, было не по себе, потому что я люблю наш город, я люблю наших людей, которые здесь проживают, люблю особенно деток. Мне было больно, что в нашем таком красивейшем городе нету таких условий для тенниса. И я приехал, это дело не оставляю, нахожу какие-то эти возможности. Виктор Николаевич, а насколько этот вид спорта перспективен в нашем городе? Ну, я думаю, что если приложить все усилия и создать условия, то он будет. И наши детки также, я вижу, прозанимавшись какое-то короткое время, я вижу их уже старания и вижу детей, которые могут... От них только зависит, нам только условия нужны, и все впереди. Мы начнем участвовать и в краевых, и во всех турнирах. Все части тела, здесь и руки, и ноги, и глаза, и куда бить, думать надо. Ну, потому что этот вид спорта красивый, в нем работают все части тела,
И это моя детская мечта. С детства хотела виды спорта, увидела по телевизору, как Шарапова играет, мне тоже захотелось стать великой теннисисткой. Я пробовала везде, и в танцах я пробовала, и в плавании, и теннис мне пришел по душе. Ну, когда я увидела по телеку, мне сразу захотелось. А что ты по телевизору увидела, расскажи? Как люди мечи бьют. И что ты сделала? Вот ты увидела. А что дальше? Я потом пошла на теннис. Ну, потому что тут можно соревноваться. Насколько я знаю, что это дорогой вид спорта. Да, в данный момент, что касается инвентаря, если правду сказать, то я его нашел свои собственные средства и закупаю на собственные деньги ракетки, мячи и прочее, это что необходимо для тенниса. А можете сказать, вот, например, сколько стоит ракетка? В среднем хотя бы так? Средняя ракетка более-менее для первого года обучения, она стоит, хорошая ракетка для детей, если я имею в виду, тысяч две. А если уж это профессионально заниматься и ездить уже по турнирам, она не стоит уже возле 5 до 10 тысяч доходит, смотря какая ракетка. А скажите, вот как правильно выбрать ракетку для человека? Правильно ракетку выбрать, это нужен его вес. Сама кисть смотрю, рост. И подбираем в этом плане ракетку, чтобы и смотря в этом показаниях. Вес, рост. А вот сколько примерно в среднем весит ракетка? Детская или какая взрослая? И детская, и взрослая. Начиная от 350 грамм и более там пошли вес. А самая тяжелая, например? Самая тяжелая там, для взрослых, 650-680 грамм. То есть не больше килограмма, правильно? Нет, конечно, что-то с килограмма начнет махать, и рука отстанет. Скажите, как давно вы занимаетесь большим теннисом? В сумме я занимаюсь год, но с ним познакомились, с Виктором Николаевичем, около 3 лет назад. Чем же вас все-таки так привлек этот вид спорта? Во-первых, по профилю работы. Работа сидячая, то за машиной, на машине, потом за компьютером. Случайно пригласили, так скажем, позаниматься чем-то, животик скинуть. Этот вид спорта для нашего города совсем молодой, потому что секция открылась совсем недавно, да, если рассматривать другие виды спорта. Почему все-таки большой теннис? Вот что в этом виде спорта такого, что вас притягивает? Во-первых, для всех групп мышц тренировка. Приходишь с тренировки, приятная усталость, и чувствуешь во всех мышцах, напряжение или приятное. Плюс игра вдвоем. Мне не нравится коллективный вид спорта, это кому на любителя. Я как понимаю, у вас здесь ребенок занимается? Да, Соня, ей 8 лет. Расскажите, как давно занимается ваша дочка? Она занимается 4 года, достаточно успешно, потому что мы ездим на соревнования в Барнаул, Новосибирск. Насколько вот ей нравится этот вид спорта? Очень нравится, потому что ей нравятся особенно костюмчики, как вы обратили внимание, юбочки красивые, что
Это красивый вид спорта. Она смотрит соревнования и в восторге. Хорошо. В ближайшее время мы хотим все-таки занимать первые места хотя бы в Барнаул, в Новосибирск. То есть сейчас мы уже на уровне выступаем, показываем, что мы можем. Вот. Хотелось бы большего. Пятый год мы занимаемся, просто любим этот вид спорта. Вот, когда узнали про него, решили попробовать, очень сильно понравилось нам. Вот занимаемся. А дочке сколько лет? 10 лет. То есть вы с 5 лет пришли? Да, нам даже еще 5 не было, если точно 4 года и 10 месяцев. А почему так рано? Это нормально вообще, вот с 5 лет в теннис уже играть начинать? Я думаю, что да. Во-первых, ребенок у меня рослая такая девочка, вот. Мы пробовали и в другие виды спорта, но больше всего нам теннис как бы это. Параллельно ходили еще и танцами занимались, но остановились на большом теннисе. Почему именно большой теннис нужно развивать у нас в городе? Вот мы ездим, допустим, в Барнаул на большой теннис, да, там играем, участвуем. В Новосибирск очень много ребятишек приезжает. Но я хочу, чтобы к нам тоже в город приезжали Бийск ребятишки. Также у нас проходили турниры, соревнования, и для этого я хочу, чтобы он у нас в городе Бийске тоже развивался. Чем вас привлекает этот вид спорта? Вас и вашего ребенка? Привлекает динамику, координация движений. Да и вообще любой спорт – это развитие, это движение, это жизнь. У меня занимается дочь Ангелина, мы занимаемся 2 недели. Ребенку очень нравится, она увлечена этим. Теннис – очень прекрасный спорт, хороший тренер. Единственная, конечно, проблема с залом. Нужен корт для города. Это, я считаю, очень необходимое условие. Для нашего города это новый вид спорта. Если волейбол, там, плавание, все остальное, для этого есть условия. Для легкой атлетики в летнее время есть, в зимнее также нет, как и для тенниса. Но он появился, и он имеет место для существования. Я думаю, что нас услышит наш город, наше руководство, и поймут, и нас создадут условия. Рука прямая. Сегодня я в Бийске впервые попробую поиграть в большой теннис. Ну, сейчас попробую и расскажу вам, насколько же это легко или все-таки сложно. Виктор Николаевич, вот расскажите, с чего начать? Первое упражнение просто на внимание. Вот берем ракеточку. Видите, ракеточка. Мы для этого упражнения берем просто вот в таком хвате. И просто берем и опускаем. Вот один мяч взяли и его в таком плане. И опустили, и в таком плане. И здесь движение. Раз. Да. То есть я сейчас буду набивать, правильно? Да, будете набивать. Итак, ваш проводник по городу сейчас будет набивать мяч на теннисной ракетке. Вот так, да? Да, да, да. Хорошо, получается. Теперь давайте переговорим. Один удар здесь, два. Один удар здесь, два. Здесь. Так, один удар здесь. Два удара здесь. Один здесь, и два удара здесь. А теперь просто следующее упражнение. Ударили, смертили, поймали. Ударили, и смертили. Ну, вроде бы баскетбол – это мой любимый вид спорта, а здесь нужно набивать мяч не рукой, а ракеткой. Насколько же это сложно? Сейчас посмотрим. Сегодня ваш проводник по городу – настоящий теннисист. Скажу вам честно, большой теннис – это не все так просто. Нужно быть очень быстрым, ловким и иметь, конечно же, хорошую реакцию. Ну а на сегодня наша программа заканчивается. Я с вами прощаюсь. Увидимся на следующей неделе.